Простите, сэр, у вас есть пара минут? Могу я задать? У меня есть больше, чем пара минут. У вас больше, чем пара минут? Почему? Да потому что мне больше нечего делать. У вас есть легкий акцент, вы из Англии? У меня легкий акцент, да это у тебя гораздо более заметный акцент. Американский. Как давно вы живете в Америке? Давно. Что вам нравится в этом городе? Ничего, очень шумно, это дерьмово. Посмотрите на тротуары, посмотрите на дороги. Я был во многих частях света, в отличие от многих американцев, которые нигде не были вообще. Ты что, думаешь, я шучу? Широта их интересов в отношении других людей и других стран равна нулю. В Америке у большинства людей есть паспорт, который пригоден только для поездки в Канаду или в Канкун. А что вы больше всего любите в американцах? Мою жену. Какой самый большой жизненный урок в вашей жизни? Найди того, кто любит тебя. Найти того, кто любит тебя? Конечно. А как это узнать? Да никак. Получается, что это риск. Ну конечно, брак сам по себе рисковое дело. Хорошо, а как вы поймете, что она вас не любит? Ну вот у моей предыдущей жены было очень несчастливое воспитание. У нее был совершенно отвратительный отец. И у нее не было выработано никакой привычки показывать хоть какую-то привязанность. И вы не смогли прижиться? Ну, наш брак распался. Распался? В тот самый момент, когда появилась новая красивая молодая леди на 28 лет моложе меня. У вас в жизни появилась молодая девушка, я правильно понял? Да, моя вторая жена на 28 лет моложе меня. Это облегчает как-то переход между... Да я не знаю, я не пробовал по-другому. Перевел, озвучил Евгений Зайцев.